Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы начинаем прохождение игры Far Cry Primal. Так, игрушка интересная, предыдущие части были пройдены. Так, давайте-ка я возьму легкий уровень сложности, русские субтитры, но вот я не нашел русскую версию. Я пытался, искал, и как-то у меня не совсем получилось. А игрушка шутер от первого лица. События происходят в очень-очень-очень древнем. В древности, вот. И где мы начинаем воевать с копьем, с луком. Прокачка идет очень-очень-очень медленно. И все на английском языке. Это, конечно же, минус. Потому что английский... Я в нем не силен, поэтому, скорее всего, я немножко буду подзатупливать с английским. Но, думаю, подсказок в игре много, так что 10 миллионов лет до нашей эры. Ну ладно, это, в принципе, нормально. Центральная Европа. Я либо буду читать субтитры, либо предоставлю возможность эту вам. Я точно не знаю, сейчас будет... Я немножко поиграл уже, то есть я смотрел этот ролик. Здесь сейчас буду рассказывать историю, как появились племена, как появилась тьма, которая пытается всех убить. И мы будем за одного из тех, кто будет с этой тьмой бороться. Здесь и как в третьем Far Cry есть система прокачки. То есть луки прокачивать до максимума. Здесь только... Надо собирать различные ресурсы, минералы, руды всякие. Я до этого не дошел, я начал только вот поначалу там. Убийство мамонта, ну вы сейчас все увидите. Вот, я далеко не прошел там. Я поиграл где-то минут 40 всего, поэтому... Можно сказать так, средняя запись моего одного видео примерно вот была такой. Ладно, давайте посмотрим еще раз этот видеоролик. Так, ну опасность придет. Вот и опасность. Удам. Воины, что людей есть. Которые едят людей. Будем переводить. Из зала хозяева огня. Они темнота, Винджо. Да, мы играем за племя. Ну, за человека. Теперь свет придет. Он из племени Винджо. Наши потерянные братья Винджо. Да, вот. Они сильны духом. Урус искать, нас искать. Ну, я так понимаю, этот человек из поселения Урус. Ubisoft. Так, давайте пропустим, я не буду смотреть этот ролик. Там просто сейчас у нас идет охота на мамонта. Нам нужно будет аккуратненько. С английским у меня, повторюсь, плохо. Здесь нету прицеливания, то есть мы кидаем на обум, можно так сказать. То есть здесь нету вот системы прицела. Графика, в принципе, у меня стоит вроде на максималке. Так, здесь вот можно подлечиться мясом. И это пока недоступно. Вот лечение мяса всякими травами. Так, стоп. А на В, на W, да, на В, мы смотрим мамонта, вот, своего подсвечивают и подсвечивают все различные ресурсы. Ходить. Вот, то есть не идти, а ходить. Древний диалект, все дела. В принципе, игра интересная, крафт свой, конечно, интересен, но вот с луком здесь, здесь нету прицела даже на луке. Это вот немного плохо, но по идее мы как бы стреляем из лука, но вот... Вон, кстати, наши сверху. Мамонт один. Один мамонт. Вон тот вон. Мы на него сейчас нападать будем. Все. Два копья израсходовал. У меня больше копьев нету. Так, тут они вон подожгли, чтобы нас... Блин, у меня копьев уже нету. Надо копии искать. Вот копья. Сейчас мы его закидаем. Я ему в голову пару раз попал, но это вообще зверюга еще та. Так. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Блин, он...
Эта зверюга реально крутая. Тут наших, вон, смотрите, уже двоих положили. Так, давайте ускоримся, догоним этого мамонта. И засандалим ему в шпан. А, у нас нету копий, точно. Давай, давай. Готов. Все, мамонт готов. Нам надо копии взять. Хорошая охота, брат. Хорошая охота. Так. Это наш типа друг, вроде как, я понял. Копьев много. Свободно иди. Ой, птички. Кто это? А, это леопард. Тигр, тигр. Смотрите, он весь в царапинах, в ранах. Минус один. Одного он зажрал. Девчонку жаль. Мы ему ухо прокололи. Пирсинг для тигра. Он сожрал второго. Наш его проткнул. Смотрите, тигр хитрый. Он даже копье умудрился вытащить. Такар. Такар. А, нас зовут Такар, я тогда? Или это прыгать? Смотрите, мы через ветки, через деревья. О, сотрясение мозга. Катимся куда-то вниз. Так, бьемся об скалу. Бьемся об сучок. Само собой. И падаем нахрен вниз. Far Cry Primal. Да, конечно. Жесть. Так, вот так. Короче, суть того, что мы очухались. Наш друг помер. И мы его хороним. Под вот этой грудой камней. Так, тигр наверху. Урус близко, но тигр ближе. Оружие надо. Так, и сейчас нам надо собирать вот такие ветки. Так, а, да, тут надо зажимать Е, чтобы собирать вот ветки. Камыши. Так, еще камышей надо. Чтобы просто скрафтить себе лук. Да, здесь же можно еще и зверей. Вот на Б смотрим. Здесь можно различных зверей призывать. Самый опасный, как я понял, это вот этот леопард и волк. Так, дальше вот камни собирать надо. Надо собирать побольше веток, потому что они пригодятся для крафта этого... Как там он называется-то? Для стрел, в общем. То есть здесь с ветками и с бамбуком прям вот жесть. Очень много надо всего. Так, давайте-ка насобираем. Он здесь лазить может по лианам, как и в третьем Far Cry. То есть тут все это доступно. Так, сейчас я еще немножко соберу. С инвентарем я не помню, но вроде он тут приличных размеров. То есть... Так, давайте-ка. Начнем с крафта. Вот, лук. Вот, второй уровень, смотрите, тут какие-то минералы, шкуры нужны. Так, все, мы скрафтили лук. У нас теперь есть палка. Две палки, связанные какой-то веревкой. Мы их согнули, натянули еще какую-то веревку. Вуаля. Обмотали ее. А зачем, не знаю, если мы петельку надевали. Все, у нас есть лук. Но мы его прокачивать будем, само собой. За ресурсы. Так, на тап. О, нет, стоп, не на тап. На что-то... Я не... А, на Q. К нему патроны нужно собирать. Так, давайте соберем. Вот смотрите, патроны делаются из веток. Вот это, мы сейчас слышим тигра. Я не знаю, где он ходит, но я его не встречал. Так, у нас даже карта есть своя. Мы здесь. Так, и нам надо добыть еды. А с едой здесь такие проблемы, что... Смотрите. Так, еда бегает вот там, везде. Когда мы ее подстрелим, она будет, как сказать, она будет пытаться убежать. Вон она, еда. Видите, здесь нет прицела. То есть это прям плохо. Давайте подбежим поближе, спрячемся. И будем охотиться. На вот этого козлика. Даже... Все нормально, даже когда вы в него попадаете, он начинает от вас убегать. Но вот по этим следам можно распознать, где козлик. Так, он где-то здесь. А вот и он. А вот и наш козлик. Все, минус козлик. Так, один готов. Это еда для... Ой, стоп, все время путаю. Так, здесь еще несколько их. Ну, в принципе, охотиться как-то глуповато.
Я считаю. Потому что, ну... Без прицела это очень трудно. Так, давайте вот сюда спрячемся за камушек. Все, готов. Сейчас он там сам сдохнет. Нам надо только по следам крови пойти. Так. Так, тут еще один вон бегает. Но они тут реально носятся как угорелые. Так, давайте соберем. Да, кстати, да, не забываем про стрелы. Так, вот здесь кровь одного из козликов. Он где-то тут должен помереть был. Ага, вот и труп козлика. Да, кстати, убить здесь кого-то с одного выстрела пока что будет трудно. Ну, сами понимаете, у нас оружие. Не оружие, а так, смех. Да и только. Так, вон это не козлик. Где еще гуляют наши козлики? Так, где-то здесь должны быть. Что-то я вообще никого не вижу, странно. Так, птицы. Птиц тоже можно убивать. Так, странно. Что-то я никого не вижу. Реально, а где все-то? Вон там вроде кто-то есть. Но их должно быть много. Тут такая стая прям ходила этих козлов. Большая. А, вон они. Одного точно вижу. Готов. Теперь надо просто преследовать его. Так, где-то здесь он двинет кони. Ну, давай, помирай. А, вот он, все, он готов уже. Так, и последний козлик. А здесь мясо, но это как пополнение ХП, да? То есть это не... Так, искать убежище. Идем посмотрим на убежище, где он. Оно у нас вот тут где-то. Во, опять льва слышу. Так, мы с ним еще встретимся. Сразу такой маленький спойлер. С ним мы еще встретимся. Так, что у нас здесь? Карта. Это скиллы. Кстати, скиллы. Можем подкат... А, на подкате кататься? Да, кстати, за каждого персонажа смотрите скиллы. Я не знаю, что это. Я не проходил настолько далеко. То есть, видите, бомбы какие-то, ули и так далее. Может быть... Здесь несколько персонажей будет. Но вот сейчас мы играем пока за него. Так, давайте сразу соберем камни. Можем стрелы, кстати, поджигать. Вот это вот меня порадовало. Так, да, вот. И нам надо будет вот эту вот фигню сжечь. Сейчас мы наберем немного побольше веточек. Я точно не помню, где там что. Ну вот, да, то, что английской версии я не... Ой, точнее, русской я не нашел. Это плохо. Так мне хотя было бы более понятно. Так. Все. Мы переночевываем. Магия разжигания костра. Молодец-то какой. Веточки. Мусор всякий. И все, готово. Так. Все, костер готов. Вот смотрите, видите, там в черепе какая-то пыль. Я сначала думал, что это порох какой-то там. Ну, они пока еще не понимают, что такое порох. Да, зато смотрите, они нашли стрелу. Точнее, я нашел стрелу в крови. Винджи делать. Это мы делали. Вот леопард там на заднем плане. Я по следам Винджи идти до Уруса. Так, вот смотрите. Так, сейчас... Все, стрелы. Да, ты же леопард там, какой классный. Так, но здесь я делаю дубинку. Так. Сейчас мы закрафтим дубинку из веток. Смотрите, следующий уровень дубинки. Там вообще невообразимый. Но это потому, что мы еще, смотри, просто берет дубинку с дыркой какой-то и камень. Все. Гениально просто. И веревка обматывает. Это оружие ближнего боя. Если что. Я пытался против волков пойти. Да, тут и волки, и все. Тут кого только нет. Так, но нам нужно, как я понял, вот так делать. Поджигать. И спаливать нафиг. Так,
Стоп. Давайте зарядимся. О, смотрите. У нас есть ресурсы для прокачки. Давайте посмотрим. Да ё-моё, блин. А, это вот идти. Так. Что для дубинки? Ну, дубинка пока не показывает ничего. Так, да, здесь можно, в принципе... Ой, я поджег себя. Вон леопард этот. Жаль, что он убежал. Я хотел его пристрелить. Так, вон там этот шел наш. Дружбан. Нам по его следам надо. Так, да блин, я все время нажимаю не на ту кнопку. Так. Пофиг, мы спрыгнем так. Так, вот, смотрите. Драка тут, следы вести от костра. Да, кстати, нам придется сейчас от кого-то... Да, вот тут еще следы от костра. Вон ветки. Ветки нам нужны. Ветки нам очень нужны. Прям очень-очень. Это самый главный пока ресурс для меня. Так, вот, смотрите, волк. Шакал какой-то. Сильный винджа убить волка. Так. Я жду, когда нам... Я уже вот прям надеюсь на приручение питомца. Я хочу, чтобы это был какой-то крутой леопард или... Волки, я пугать их огнем. Да, волки здесь у нас пугливые. Их, в принципе, можно пугать огнем. Но я хочу их убить. Потому что... Смотрите. Сейчас. Да ё-моё. Вот. Правая кнопка мыши, мы поджигаем. Да? И вон, в принципе, волк сидит. Мы можем его убить. Мы, само собой, сейчас его убьем, потому что с него падает шкура. А шкура нам пригодится. Так, сейчас. Стоп, не тап, а кью. Подожгем еще один. Так. Так, надо забраться на гору. Так, стоп. На тебе, сволочь. Сейчас мы устроим вам... А, у нас стрелы кончились. Так. Блин. Да ё-моё. Какие крутые волки-то. Так, давайте еще стрел накрафтим. Блин. По ним попасть очень проблематично. Еще потому что они бегают все время. Так, и остался последний. Сейчас он подбежит поближе. Так, опять у меня стрелы кончились. Да ё-моё. Так, давайте-ка пока что мы убьем его сейчас с дубинки. Но шкуры нам нужны. Шкуры, само собой, мясо. Если мы с них просто мясо собираем, ну, в принципе, мясо нам тоже пригодится. Так, здесь мы парочку волков-то завалили. Да ё-моё. Что ж ты такой? Наконец-то, готов. Что ж он такой неугомонный-то, а? Так, у нас две стрелы осталось. И здесь вот мы завалили парочку волков. Да, здесь до сих пор все горит. Можем, в принципе, тут все сжечь нафиг. Так, я, наверное, беру себе только мясо. Да, и вот мы что-то какую-то шмотку взяли себе. А стрелы мы... Почему-то не можем брать. Странно. Ну да ладно. Давайте заберем, облутаем волков. Так. И у нас, в принципе, 8 стрел. Нет, мы, само собой, пойдем с вот этим. Здесь просто надо будет идти по туннельчику. И здесь, в принципе, ничего такого интересного. Кроме вот этой вот... Кроме веток, кстати. Ветки. Ветки — это хорошо. Забираем ветки. У нас теперь... Вон, плюс 2. Да. Нам надо по следам дойти до костра.
Так, зала теплая, винт же рядом. Так, немножко поплаваем. Ой-ой. Так, это плохо. В плане того, что я неудачно приземлился. И... Стоп. Может... А, на тап. Надо... Стоп, а как тут? Ладно. Потом, походу, можно будет есть. Так, вот еще одна сумка с предметами. Как я понял, здесь просто предметы. Пока что я их не могу увидеть, вроде. Так, вот, я слышу леопарда. Так, здесь. А, вон там кто-то сейчас пробежал. Так, здесь костер. Еще какая-то сумка с предметами. Так, и ветки. Так, что по поводу костра? Винджа оставила раны лечить. Так, нам нужно... нет, нам нужно... Да, вот этот вот. И вот так вот сделать. Это типа... Я не помню, что это типа, но... Так, это типа костра, что ли, маяка или что-то в этом роде. Так, нам наверх надо. Сейчас. Вон рисунки, смотрите, наскальные есть. Про мамонтов. Да, вот здесь с огненной стрелой бежать бесполезно. Так. Это типа, я не знаю, это сохранение или что, но... Подожгем костры. Я в предыдущий раз... Можно на мышек охотиться. С них, правда, ничего не падает, но... Так, если что, можно поохотиться немного. Но бесполезно, кстати, тупо трата стрел. С них ничего не выпадает, ни мяса, ничего. Так, по лианам, само собой, можно лазить. Так. Накрафтим себе еще стрел. Летучие мыши, ну, я их не боюсь. Так, еще обычные мыши. Их здесь много. Бесполезные создания, если честно. Просто FPS понижают и все. Так. Вот тут вот мы уже ныряем прям. Да, смотрите. Так. Вон кровь. Отпечаток крови. Он очень близко где-то. И здесь, смотрите, леопард этот. Придется нырнуть и проплыть под водой, чтобы он нас не заметил. Хотя я ни разу не пытался проплыть сверху. Вон там какая-то девчонка. Надо, давайте сейчас к ней пойдем. Так. Смотрите. Так, и начинается видос. Ладно, оставим его, не будем его пропускать. Тут вот сразу трупы. По ним уже мухи ползают. Уши отрезанные, смотрите. Это, кстати, эти уши отрезает она. Тигры! Он его нацарапал слегка. Тигр. Смотрите, он весь в царапинах. Это прям боевой тигр. Утром! Беги. Уши собирает, да? Как трофеи. Не, ну уши это серьезно прям. Собирать уши это прям попадос. Я бы не стал ни за что человеку уши отрезать. Да, он боится огня. А еще он слишком толстый, чтобы пролезть. Эй, толстый! Да, с тигром мы, в принципе, разберемся. Спасем деваху. Сейчас. Да, вот, выходим на свет, наконец-таки. Из пещер в прекрасную такую рощу. Грибочки растут, деревья, горы, все дела. Нам, кстати, вроде вон к тем горам и надо. Но там снега, так что я даже не знаю, что там будет. И английский перевод, да. Так что, возможно, будет очень сложно. Так, она молится, что ли? Ты Винджи не из Уруса. На Орроспи? Палу. Я идти много солнц. Я Такер. А, Такер, вот ты кто. Смотрите, видите у нее? Сейла. Видите, у нее ожерелье из ушей. Ты чуть не умерла в пещере. Тигри. Удам, тигр забрать удам.
Мне нужны уши удам. Зачем, интересно? Она типа молится, что ли? Ну, смотрите. Ты одна ходить. Так, можно это пропустить? Я не хочу смотреть, как она с ушами ползает. Не, ну это перебор. Отрезать уши людям. И главное, она своим же уши отрезала. Так, это мы, короче, к ее костру подошли. И она нам сейчас должна дать задание. Искать лечебные травы. Так. Здесь есть кабаны и олени. Я, в принципе... Так, у нас есть скилл. Мы можем либо... Стоп, подождите. Либо делать лечебные травы, как я понял. Или это полоска ХП. Нет, вот полоска ХП. Вот полоска ХП. Это регенерация. А это какие-то травы. Делать они... А, это сам себя лечить. Там выправлять пальцы и так далее. Но мы... Давайте себе жизни прокачаем в первую очередь. Так, что там еще есть? А, нет, Q. Стоп. По боеприпасам у нас слабовато. Но смотрите, сколько... Еще 2-4 вида оружия можно. Так, ладно. Нам надо бы... Стоп. Вот, все. Мы типа в нее выстрелить не можем. Так. Это нам показывают, как охотиться и так далее. Так, вот наш инвентарь. Ну, такое себе, знаете. И не поня... А, смотрите, тут пишут 3 из 10, 3 из 10, 0 из 5, все ясно. Вот, кости 8 из 8, 6 из 8, 12 из 16, 3 из 16, 5 из 8. Так, это скиллы. Это то, что мы крафтить можем. Дубинка какая-то. Вот что нам надо. Колчан. Нам волков надо убивать. Так, и по карте нам надо вот сюда. Но смотрите, здесь нет волков. Здесь есть кабаны, олени и какие-то газели. Нам надо посмотреть, для чего нам нужны шкуры волков, газелей и оленей. Так. Ладно, пойдемте. А там по дороге посмотрим. Природа такой пейзажик. Ну как говорит, что сказать, древний. Так, здесь вот аккуратнее надо быть. Здесь есть еще и другие племена, которые на нас охотятся. Так, стоп. Пойдемте вот так. Вот здесь точно двое сидело. А, это нам надо сначала уйти отсюда. Здесь гепарды есть. Опасные хищники. Куча опасных хищников. Так, это обычные козлики. Они нам бесполезны. Нам нужны... О, кстати, костер. Стоп, это что? Черепашки? Готово. Так. Я хочу черепашек облутать. Так, я просто не знаю, что из них могу добыть. Вдруг пригодится. Так. Так. Инвентарь. Вот. Черепашки, черепашки, панциря. Смотрите, а тут нету черепашек. Хм, ну ладно. Но все равно облутаем их. Может, как опыт хотя бы пойдет. Так, я тут какой-то лагерь нашел. А, это не лагерь, это... Нет, это лагерь. Да, давайте сразу отсюда подожжем стрелы. Стоп. Так, это что такое? Стоп, нет, что это такое горит? А, ну тут, в принципе... На, ветки нужны нам, вот что. Нам нужно много веток. Так, ну вы нам не опасны. Так, вот эта вот фигня находится вот здесь вроде. Трава это лечебная, да? Да. И здесь вот. Сразу же... Вот она, красным цветом. Смотрите, вот противник. Удам есть мясо. Их-то двое. Подкрадемся поближе. Готов. Смотрите, хедшотики раздал. Красава я. Так. Это козел обычный. Здесь вроде этот обитал. Здесь обитал гепард. И он на них напал. Кости какие-то наши. А, кости это эти. Все понятно. Так. Так.
Блин, нет. Вряд ли я попаду в него. Так, здесь опасно. Много противников, очень свирепых. И надо все время быть на стороже. Так, давайте кости заберем. И вот это вот. Растение. Прям так огнем светится аж. Блин, я же знаю, что здесь опасно. Так, черепахи, ну... Черепах мы трогать не будем, да? Потому что... В этом сильно смысла нету. А, вон, смотрите, кто-то кого-то убивает. Смотрите, у них сетка рыбная тут есть. Они тут рыбку ловят. Давайте подплывем к нему по-тихому. Готов. О, тихо. Давай, давай. Блин, стоп. Сейчас она сдохнет. Готово. Так, давайте облутаем вот этих двоих. Может, что найдем у него? Так, вроде как ничего не нашли интересного. Я слышу гиен. Гиены, смеющиеся гиены. Так, это кровища. Пойдемте по следу, может, и сейчас найдем трупачок нашего оленя. Так, нашли олень. Так, и нам сейчас надо вернуться к нашей мадам. Там вон птицы есть. Но птицы это все фигня. Вот смеющиеся гиены это проблема. Так, там олени. Так, а куда нам вообще надо-то? Так. А, давайте, кстати, посмотрим. Тут трудновато будет разобраться. Так, тут можно камнем каким-то кинуть. Привлечение внимания. Так, убийство это понятно. Отпугивает зверей. Прокачка. Превращение сова. Нифига себе. Медведь. Хм, интересно. Так, леопарда приручать. Выбирать волк, животное, которое с вами бегать будет. Так, это прокачка. Вот прокачка. Это не прокачка, это этот рейтинг. Ну, в общем, как ты с поселенцами дружишь. Так, это оружие и все, так, все такое. Оружие из черепашки. Класс. Оставим черепашьи кости. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут. У нас тут, в принципе, всего много. Но нам нужна карта. Да, нам идти недалеко осталось. Блин, это ветка, я думал, это леопард. Так, здесь на нас должны тоже вроде напасть. Так. Готов. На тебе в голову, чтоб ты не выпендривался. Гиены. Гиены все. А, нет, это не гиена. Это мужичок. Ну, ладно, пусть он убегает. За ним олень, он побежал. Так. Может, он вернется сейчас? Он там орет что-то. Но мы двоих убили. А один остался, что ли? Ладно, пойдемте этих облутаем. Кого мы убили. Тут еще и гиена. Так, там кто-то напал на него. А, нет, никто на него не напал. Это он на кого-то напал. Так, там вон следы куда-то идут. Но мы, пожалуй, по ним не пойдем. Давайте обл... Так, кто-то за мной там бегает, мне кажется. Нет, мне просто кажется. Так, это гиена. Так, мы что, двоих только убили, что ли? Нет, мы, у нас еще вот тут труп должен быть. Вот он, вот он. Я его забыл. Так, все, мы их облутали. Так, и что у нас по стрелам? Стрелы есть. Ладно, так, давайте. Я вот слышу, что кто-то бегает, но не понимаю, где. Так, еще... О, еще одна гиена. Потом, может, что-нибудь из них скрафтить сможем.
Так, все, мы почти добежали. Вон там пещерка есть, но она пустая, как я понял. Это просто проход в другую локацию. Ну, не в локацию, а... Как сказать? Ну, куда-то вот сюда. Во, вот сюда вот проход. Ничего интересного, в общем. Так, сейчас мы принесем лечебные травы нашей мадам. Вот она. Сайла. Так, что тут у нас? Вот, держи. Ты волна ей. Для твоей раны. Вот это самое веселое момент. Меня прям порадовал. Она жует, сидит. Я сначала подумал, она сейчас их поест и ей полегчает. Громкие крики сегодня. Ты слышишь? Крики. А, фу, какая мерзость. Ты протолкнуть в рану. В рану, не на рану, а в рану. Палочку в зубы. Правильно. Сейчас. По идее, от болевого шока так можно умереть. Терпи, терпи. Ты же не мужик, терпи. Да, о. Не, я бы так не смог. Так, в общем, короче, я пропущу этот момент. Меня не очень радует это. Так, в общем... так, как я понял, у нас скилл на нее. Вот. Она типа добавлен жизни. Так. Вот. За... А, крафт. Можем скрафтить теперь себе копье. 5 штук и метать их врагов. Так, и само собой дальше копье прокачивается. Вот надо 6 веток, чтобы прокачать его. А здесь надо... Вот, кстати, 2 шкуры, еще одна шкура гиены, и мы себе колчан со стрелами сделаем. Так, ладно, сейчас, может, гиен поубиваем. Все, теперь у меня копии есть. Так, и давайте... Ага, палка нужна. Супер. А, что это? Не понял. Стоп. А! Нифига себе. Офигеть, у нас новая дубинка. Так, в общем, все, мы пошли, да? А, она с нами. Да? Нет, она не с нами. Так, нам надо сейчас, как я понял, дойти вот до сюда. Вот наше задание. Но мы пойдем через костер. Да, чтобы... Вот жалко, на карте нет какой-то мини-карты. Смотрите, это какая-то с костью дубинка-то, да? Так, это типа... Ну, это с костью, да. Я не знаю, в чем их разница. Но это, наверное, помощней. Так, и давайте, короче, нам нужна гиена еще одна. А, еще одна гиена. Гиены водятся вот здесь. Вот сейчас мы сюда и пойдем. Только мы пойдем с луком. Да. Нам нужен колчан со стрелами и дерево. Так. Стоп. Нам нужно еще много дерева, чтобы прокачать себе лук. Копье. Так, это козлики. Козлики нам не нужны. Нам вообще дерево нужно. И вот его, кстати, я не вижу. Смотрите, след какой-то там гигантский. Так, ну с вами фиг с ними. Смотрите, чей такой след огненный. Может, это редкое животное какое-то? Смотрите, это белый кто-то. Это белый волк, наверное? Это белый олень. Нифига себе. Смотрите, это очень редкое животное, как я понял. Сейчас мы попробуем его завалить. Но благо, как и все остальные животные, оно... Опа, сдох. Так, мы получили редкое животное. Это хорошо. Так, это что такое? Камень какой-то висит. Ну-ка, что это такое? Стоп, давайте-ка. О, смотрите, кабанчик. А ну иди сюда, свинка.
Нате! Кабанчику прям втащили. Нет или не попали? На тебе! Так. Ты должен сдохнуть, у тебя копье в спине. На тебе в голову, прямой прямо. Так, все, забрали. Так, супер. Короче, копии здесь можно... Так, черепашки. Так, черепашек облутываем. Потому что я там видел там... Так, тут надо еще прицелиться, чтобы черепашку убить. Да, живодеры мы. Черепашек убиваем. Ну, плюс вот копья, то, что им можно и бросать, и тыкать в лицо. Так, смотрите, я там кого-то вижу. Нам бы палок найти, но их, я тут смотрю, вообще нету. Так, там олень, а там... А, это козлики. Нам нужна гиена. Это олень. Вон гиена. Нате, готово. Так, стоп, мы забрали гиену. Так, и мы можем прокачаться. Мы себе колчан со стрелами делаем. Так, я теперь понимаю, нам намного больше стрел можно таскать с собой, да? Так, пока что 11. Так, мы идем, кстати, через гиен. И через оленей. И вот непонятно, какой звук у гиены и какой звук у оленя. Втопил-то как от меня. Так, нам нужны деревья. Так, стоп. Кстати, ага. Посмотрим, где этот олень сдох. Олень вот тут сдох. Давайте облутаем его. Мне прям, кстати, интересно становится. Игра эта долго будет длиться? Ну, в смысле, сюжет долгий или нет? Я прям вот двумя руками за долгий сюжет. Мне прям интересно уже становится, что дальше будет. Так, мы, кстати, к какому-то чекпоинту идем. И вон там на гору можно залезть. Так, не то, я на В хотел нажать. Так, еще ветки. В принципе, мы можем... что это такое? Еще одна... Опа! Змейка сдохла. А можно ее облутать как? Нет! Так, мы нашли какое-то пристанище. Там вон ветки есть или что-то в этом роде. Стоп. Это можно сжечь, наверное? Да, ядовитый куст какой-то. Ай-яй, горю. Туши. Как ты себя тушишь? Как себя тушить? Я не знаю, как себя тушить. О, я не знаю, как себя тушить. Вот это проблема. А, там себя тушить надо, это прокачать. Вроде как. То есть я так могу и сгореть, да? Так, вот мы что-то сожгли. Какая-то сумка тут была. И тут вон огонь какой-то загорелся. Кстати, можем себе второе копье скрафтить. Так, что здесь еще интересного есть? Сумки. Вон там оленей много. Ну, олени нам... Крокодил, смотрите, крокодил. Слушайте, я хочу... Так, сейчас вон ветки возьмем и пойдем охотиться на крокодила. Так, я еще кого-то слышу. Столько звуков, даже непонятно, кого бояться, а кого нет. Но я хочу поохотиться на крокодила. Так, это камни. Так, есть тут еще... Тут один всего крокодил? Да. Один крокодил, и вон там вон какой-то камешек. Давай. Стоп, давайте его копьем жахнем, что ли. Готов. Стоп, смотрите, противник. Так, стоп, давайте-ка подожгем стрелы. Стоп, подождите, дайте. Вон тот мне просто не нравится. Так, сейчас мы его.
Так, где этот сдох? А этот что, не сдох, что ли? А, нет, вон он где. Так, зря ты туда убежал, я тебе скажу. На тебе, сволочь. Так, мы убили, кстати, аллигатора. Надо его... Или крокодил, я не знаю, кто это. Надо его облутать. Кстати, воины здесь слабенькие. Так, да, я понимаю. Сейчас мы загоримся. Так, тогда да, отбегай, отбегай, отбегай. Блин. Все горит, начинает, это плохо. Влетаем прям в пожар. Кто здесь? Так, нам бы как-то облутать его. У нее там копья стопудово какие-нибудь хорошие. Так, стоп. А, мы все у нее забрали уже. Давай, 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 вылазим отсюда. Да, тут можно как и в третьем Far Cry просто взять и спалить все. Так, вот этого. Вот жалко, не показывают, что мы забираем. Так. Но я хочу вот это вот забрать. Аллигатор. Крокодил, не знаю, кто это. Но я... Смотрите, какой красавец. Камень предков какой-то. Смотрите, какой красавец. Весь красный такой, аж дух захватывает. Так. Так. Все, вылезли. И пойдемте к нам. Опа, смотрите-ка. А там кто-то есть. Два. Кто-то очень важный. Либо это гиена. Это гиена. Так. Убьем гиену. Так, и здесь... Ух, нифига себе она уструячила. Не, я даже за ней не пойду. Тогда пойдемте к нашему лагерю. Так, кстати, скилл. Мы можем что-то прокачать. О! Мы можем прокачать что-то. Так, лечение, тушение. На контрол это делается, все ясно. Да, давайте. А, и ее скиллы тоже, кстати, вкачивать можем. Ну, это я понял, это ее скиллы, то есть мы можем вкачивать и будем сами ими пользоваться. Так, здесь какая-то деревня, ну, что-то аванпост, я не знаю, как это назвать. Ладно, давайте пока на этом аванпосте и закончим. В принципе, игрушка интересная, я проходить ее буду в любом случае, она мне прям понравилась. Потом какая-то могила предков, птица. Вон еще двое идут. Ну, ладно. Будем пока что на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока!